Добрый день! Вашему вниманию представляем лот флис, толстовки флис, первый сорт, Германия. Подробности в ссылке под описанием. Начнем мы с толстовочки М размер. Она вот как танковка, без всяких застежек и воротничок, как у танковочки. Тоненькая, очень удобная. М размер здесь, тонкая тоже, с воротничком. Здесь на 122-128 плюшевая толстовочка с капюшоном, удлиненная немножко. Здесь элька, тоже тоненькая. Хелли Хансен элька, плотная очень, как куртка. Передняя часть еще. А, нет, это карманы, ошибаюсь. Нет, без подклада она. XL размер. Большой-большой капюшон. Все-таки больше к эльке, мне кажется, ближе. Здесь элька. Вязаные рукава, вязаный воротник. И сама она флисовая. Здесь тоже как танковочка. Внутри гладкая она, а сверху как тоненький, прям тонкий флис. И я думаю, размер это у нас LXL, наверное. Нету, к сожалению. Так, вот здесь что-то есть, но нету размера. Ну вот, судя так по размеру, это L-ка где-то. Тоже танковочка. Здесь XS. Мадонна, XS размер, приталенная, высокий ворот на липучке. S-ка плюшевая, как свитшот плюшевый. Джек Вольфскин и размер XL. Тоже очень плотная толстовочка. Коротенькая Шейн, M-ка. Внизу резиночка укороченная, видите, такая плюшевая и с капюшоном. Здесь М-ка с капюшоном, тоже плотная. Высокий-высокий воротничок Кенгурус и размер М. Здесь S-ка. Плюшевая с капюшоном, капюшон с ушками, тоже очень плотная, теплая. 52-54 размерчик, очень плотная. Жилет размерчик XL, я думаю, приятный цвет такой. Здесь Эсмара элька. Это у нас плюшевый комбинезон с капюшоном, тоже фактурный. Прекрасный комбезик. Так. И еще есть несколько штук. 2XL размерчик. Высокий воротничок. Здесь 2XL тоже Амели. Очень плотная. Такое ощущение, что вот она прям двухслойная. Очень-очень плотная и ну, классная. Теплая. Так, здесь эмочка. Внутри флис. Приталенная тоже с капюшоном XL размер. Внизу утягивается. Джек Вольфскин. Здесь SXS даже размерчик. Плотная. Канда 2XL. Тоже плотная достаточно.
Polar Light и 40-й размер. Высокий воротничок. Элька здесь. Тоже плотненькая. Посмотрите, какая милота. Очень красивая жилетка. Единственное, здесь у нее нету собачки на замке. Потерялась, видимо, собачка где-то. Вот, она флисовая, а внутри такая плюшевая. Очень эффектно так смотрится. Красиво. И размер это где-то M. А здесь Five Seasons S-ка. Тоненькая. 46-й размер, тоже тонкая. 52-й размер, тоже тоненькая толстовочка. Здесь эска. М размер, тоненькая. Эска. Рибок. Тоже S размер написано, но это, скорее всего, мужская. И она такая объемная. Вязаные манжеты и воротничок, и внизу резиночка. И здесь у нас XL размер. Top Tex. Вот, XL. Это весь лот. Подробности в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.